Алтай сегодня приходит в себя после испытания ураганом, который обрушился на регион в минувшие выходные. Из-за сильных порывов ветра проблемы с электроснабжением возникли сразу в 6 районах. Без света остались жители Шипуновского, Угловского, Поспелихинского, Алейского, Локтевского, Змеиногорского районов. Чуть позже ураган достиг Барнаула. Здесь также произошел порыв линии электропередач. Мастерам удалось в кратчайшие сроки восстановить подачу. Прибавил сильный ветер работы и коммунальным службам. Сорвал незакрепленные конструкции, остановки крыши, повалил деревья. Есть разбитые автомобили. Как сообщают в администрации Барнаула, все восстановительные работы сейчас закончены. В Калманском и Топчихинском районе непогода все же стала причиной серьезных ЧП. Там сгорело 3 дома вместе с постройками. К сожалению, дома пострадали, но крупных пожаров, то есть развитие данных возгораний до крупных, с уничтожением большого количества жилых домов и принесением каких-либо серьезных ущербов, Бог миловал нас, то есть мы не допустили. И речь идет о двух поселках Кубанка и Володарка. К счастью, обошлось без жертв. Сейчас специалисты устанавливают истинные причины возникновения огня. Пока есть две версии – человеческий фактор и замыкание линий электропередач. Спасатели по-прежнему предупреждают о высоком риске возникновения пожаров там, где сохраняется сухая и ветреная погода.